Ты у КамАЗов, у КамАЗов, у КамАЗов. Противник, еще один. Убил. Ага. Сзади. Убил. Перед нами чел. Впереди. Хит. И он по мне тоже дал. Двое, трое, четверо, пятеро. Ёшкин кот. Где? Пятеро за больницей. Да чё, именно что? Но он под снопу собирал. Жал. Там у него оптика стоит, все дела. Такой геймплей рассчитывал получить, скорее всего. Получил пулю. Простите. Простите, не смог удержаться. Так, это вроде не он, кстати. Нет, 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 отстань. Одного я убил. Блядь, там походу Мосинка тоже человек. Блядь, да, это Мосинка, это человек. Вот они гранату, чел. А, это бот. Там бот меня еще прессует. Прекрасно. Вон. Блять, нет, 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 нет. Долго ты сидел там, чел, долго. Профессионал настоящий, какой левел? 12-й, понятно. Но там еще с РПК должен быть профессионал. Сука. Под лэпом. Тактикульщик. Лёг. Блин, сейчас бы хаешечку, он был бы покойник. А у него есть хаешечки. Мне нравятся такие типы, прям вы не представляете. Так, откуда его можно прям пикнуть? А, хотя знаю откуда. Давай, попади, попади по мне. Опа, оп, оп, оп. Чел, ну ты серьезно, чел? Их двое, и это разные. Что? Готовы, парни? Раз. Два. Три. А-а-а. Граната, чел. Здрасте, здорово. Здорово, парни, я сейчас с кем не поздоровался. Пока тут напряженочка у нас. Или сидит. А, залутал моего этого типа, который я подорвал гранатой. Блин, ну ладно, чё.
вот этот молодой, это кто? С СКС-кой? Это кто, блин? Убил его Чернов. Чернов, у меня есть жетончик. Не, кто-то один все-таки свалил, да? Да, один все-таки свалил, чел. Ну, троих, получается, я прибрал. Одного взорвал граната, а этих двоих в смосинке, считай, убил. А, go duo, Расти. Ну, давай, блин, я уже залетел. Давай, давай, duo. Сейчас я тогда эту отыграю каточку и залечу к тебе в Дискорд. У меня, кажется, классная, классная винтовка есть. Шикарная, покажу тебе, когда мы высадимся. Ты кайфанешь. Снайперская? Не знаю, как ты затригируешь, но, наверное, да. Наверное, снайперская. Я только что играл с снайперской винтовкой. Самый сильный, наверное, в игре, в принципе. Одна из сильнейших винтовок. Как дела вообще? Ты еще лист вы не играли, а? Да, не нормально. Общались? Да. Давно не. Кожа, все-таки ты СВЧ, юпорос, это. Да вообще, я ж говорю. Я как Алан Чумак могу воду заряжать эти СВЧ волнами. Если кому-то надо, в принципе, из чатика могут поставить банки рядом с мониторами. Ой, да у тебя снайперка, конечно, могучая. Вижу двое. Где? Возле КамАЗов. Дальнобойщики такие стоят. Одного убил, второй за правым, по-моему. Я не ищу на ее коровин бабай. Повтори. Я вижу. А, синяя, с сумками и там. Понял. Там хае. Хорош. Моя, это была. Ты у КамАЗов, у КамАЗов. Противник, еще один. Убил. Есть. Еще есть. Зеленка с гаражей. Наше направление. Бля, по мне. Помощи. У меня в зале тоже есть. В упоре. По-моему, где именно? Я забежал внутрь. На синьку. Красный противник. Красный противник. Это я перед тобой. Да, это. На красный противник еще один. Ага. Сзади. Убил? Еще красным один будет. Еще будет красным один. Поконтроль скрипучку. Давай, контроль. Там вроде какой-то полуавтомат, но может к нам зайти. Это по тебе, да? Через забор, да, через забор у меня еще один. Стал хаему за забор. Убил одного. Ага, у меня, значит, остался. Мицкузи, что здесь происходит? Тише. Да, у меня. Сверху насыпь. Не насыпь, а типа херня, где поезда приходят. Перрон. Ушел за перрон. На гранате. По мне работает, сука, я уже там. Я с забором там. Надавал ему. Где он? Стреляет по мне, вот. Дам туда хае, прямо на гранате. Под перроном на гранате, понял? Слева от тебя слышу. Понял. Обхожу. Кусты задевал или что он там делал? Он в поезд зашел, на мою позицию. Угу. Спину ему залетаю. Убил его. Хорош. Тут вроде тоже никого. Гаражи. Не работает. Я живой. Он на гараже сверху. Убил меня. Он лежал на гараже. Вот это нагибатор. Так надо играть, парни. Какие-то там маневры, обходы, вообще кому это надо? Лег и лежишь, типа все. Опа, по мне работал. Стройка.
малая стройка. Я ушел с вагона, и я упал на лестнице. Я минус на этом, на автобусе. Да, я понял. Сервак хороший. Давай следующий, я создам. Ну, это сейчас какой-то один из трех у меня, считай, выпал. Давай, создай. Ох, их двое. Почему? Нет. Двой? Живой, живой пока. Жесть. Тут просто жесть. Сервак хороший. Ёп, ты чё? Нет, это вообще кошмарный сервер, расти какой-то. Мама отбегает от нас. Я в яме. Убил одного. На углу зеленого забора был. Дам хаю вперед. На пол Т. Нет? Да, никого. Двое, трое, четверо, пятеро. Ёшкин кот. Где? Пятеро за больницей. Это как? Это как так? Пятеро? Да, 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 да. Четверо, 100%. Я выехал вдоль забора по левой стороне. Давай, 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 подавляй. Я подхожу. Патроны кончились. Разряжаю. Ага. Первый этаж прошей. Первый этаж именно. Да-да-да-да-да-да. Один минус. Давай, подходи, вдвоем будем их разыгрывать. Тут реально их очень много. Это я. Один сразу справа, как заходишь. Комната без окон, которая... Да. Одного убил. Сердца собил ушпа. По-моему, дал еще одному хэд. На лестнице еще один. Второй этаж? Да. Не спеши. Даю туда хае. 200 секью хае ушла ему. Первый еще. Убил. Ага, моя хае. Сколько ты убил, получается? Двоих. Я двоих. Один должен где-то быть еще. Братан, я смотрю хаешки.
Мне кажется, он либо в туалете, либо, смотри, либо вот в той комнате, понял? Больше ему негде быть. Здесь я убивал одного в этой комнате. То есть, либо та, либо туалет он остался, все. Здесь мертвый должен быть. Сюда мне, сюда я ХАЕ миллиарды пробрасывал. А, вот один валяется еще. Его, походу, ХАЕ зацепило. Аккуратно. Туалеты проверяем, и все должно быть. Все? Ну, получается, минус 5. Эфочка, да. Ах, хорошо. Размансили пацанов. Подулетик поверь еще. Надеюсь, ты стрелять там можешь, пацанов. Да, по временке куда-нибудь, наверное. Это самый был такой мастер просто. Он его завернуло назад. Сороковой. Прости, почему так часто по новому вместо шлема не видишь смысла в шлемах или стиле правит? Уважаемый Шайтан, ответьте просто на вопрос из зала. Стиль, все. Бронезащита стиль. Ничто. А так они все хардбасковы. Никнейм это у них. Игорь Хардбасков, Дима Хардбасков, Петр Хардбасков. Иван Хардбасков, Олег Хардбасков. Аджал МК. Тут вот есть. Здесь вот есть АКМ, 62 отдачи. И МК, понимаешь? Апгрейдженная по самой помидору, 63 отдачи. Можно собирал с душой, не на дачу, а именно... Но он под снопу собирал, там у него оптика стоит, все дела. Такой геймплей рассчитывал получить, скорее всего. Получил пулю. Простите. Простите, не смог удержаться. Через свои волны, понимаете, все такое. СВЧ. Да-да. Три, наверное, до земли. Перед нами чел, впереди. Хип. И он по мне тоже дал. На горочке стоит, понял, да? Слева горка такая, за мусоркой. По забору, за забором. Не за... По забору, получается. Один дальше, один прям вообще в самом-самом далеке от тебя. Понял, да? Угу. Не открывайся как бы под него особо-то. Я отхожу прям правее сильно. Давай. Блин, там еще вдоль берега в камнях сидят. Не обхожу, обратно иду. Здрасте. Одного убил, одного убил, одного убил. Ага. Зеленая каска? А, нет? Да, 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 зеленый шлем убил. Я, наверное, тут тоже есть. Разговариваю. Да, да, ты. Он тут тоже. Вон, возле воды. Убил, убил, сбрил. Перед нами тип. Вдоль забора? Вижу. Хит. Хит. Не попал. Не попал. А что так будет делать? Убил? Не знаю. По-моему, нет. По-моему, за камнем. Уходит, уходит, уходит. Далеко уходит. Да, уходит по забору. У тебя справа тело мертвое. Угу. Хочешь понять, где противник, залезть на суицид, на тебя вот хотел еще стрелять, понял? Угу. Ты? Да, вот это. Сквернословил. Запрещенные слова на свече говорил. Какой нам? Ты его осудил за это, получается. Ну, он не успел сказать, он только сказал, вот ты курица мужского пола. Это тоже запрещенное слово? Да. Обалдеть. Теперь у нас это курица мужского пола. Интересно.
ЦРС, не души, братан. Осуждаем, конечно, осуждаем. На всякий случай. Мало ли что, но типа... Хорошо, хорошо. Одной пулей грудь и рука минус. Но пуля, скорее всего, через руку прошла. Я же оружие как бы перед собой держу. Прошла через руку и попала в грудь. Руку выбила, а грудь закоцала. Все-таки мне один не пролутаешь. Лучше раз. Все-таки я убил типа одного в начале. Да ты че? Да-да-да. Входит. Право. Да я его запушу, а ты это со СВДшкой. Нужно было рубить его. Он не слепой. Он по мне пострелял, когда я только вылез. И закусывает. Бля, внутри. Близко, близко, близко. Клад. В упоре. Тупо затвор дернул, слышал. Да, вижу его. ЧВК? Вниз убежал, внизу, 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 да, ЧВК. Где он делся? Где-то в кустах, наверное, лежит. Надо смотреть кусты. Вряд ли он убежал. Тут некуда бежать-то. Кусту? Убил его. Просто идет. А, вот он. Да, реально, ЧВК. Где он тут ходил все время? Кто-то передо мной. Убил кого-то. Еще один чувак, слышишь? Нормас. Ползает тут. Фиг его знает. Как это он ник? Без клантегов, без всего там. We got a rat here, damn it! Блин, не палить, а. Кошмарно. Чат шайтана, ликуйте. А у меня непролутанный чел. Я того, значит, сбрил, да, который напал на тебя. Ой, я дорвался до мандаринов абхазских. Еще ж не Новый год. Нового года-то нет. Какие мандарины ты, чтобы... Нарушаешь, что ли? Да. Еще хурму хавай, братан. Килограммами просто поедаешь. Хурма, я даже не знаю, что это такое. В смысле? Это такое хурма. Такие как сопли. Бывает как яблоки, королёк, а бывает как сопли. Такое. Чат, надругайтесь над ним, чат. Он не знает, что такое хурма. Бычье сердце. Кого? Свои вот эти там тропические фрукты мне тут рассказываете, что-то. У нас на Урале такого нету. Нет, ты меня вообще убил конкретно. В ваших тропиках там растет непонятно что. Когда в регион, он засурал, ребят. Мы когда в Крым-то ездили, блин, смотрим, там растет какая-то херня неведанная. Здесь какая-то херня неведанная. Смотри, я подумал, что это такое вообще? Куда мы попали? У нас такого нету ничего. Я готов лобить. Найду. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.